Интерактивные мероприятия для детей в художественной галерее проходят по темам различных времен года. Ребята из детского сада посещают небольшие экскурсии, смотрят мультфильмы и рисуют собственные картины на творческой мастерской. В этот раз организаторы посвятили программу осенней тематике. Как, почему и для чего художник изобразил именно такой пейзаж и натюрморт? Оживший у нас будет натюрморт, то есть у них еще будет тактильное восприятие. Потом у них будет анимация, то есть через мультфильм они посмотрят, как художники мультипликаторы тоже осень видят по-своему. А потом у них будет творческая мастерская. Экскурсовод вместе с детьми рассуждали о красках и дарах осени, отгадывали загадки, играли в различные игры. А для своих рисунков ребята использовали такие интересные техники, как выдувание из трубочки, рисование поролоном и аппликацию. Мы смотрели мультик про кота. Еще мы разукрашивали картинки. Мне понравилось в галерее рисунки, которые я рисовал, и пейзажи, которые висят на стенах. По субботам в 12 часов творческие мастерские и художественные галереи открыты для свободного посещения. На них могут прийти как дети, так и родители. Для справок звоните по телефонам 702-87-702-94. Мероприятие без возрастных ограничений. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.